Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу не один, а сразу два МК очень простых и красивых работ. Для первого изделия понадобится лента органза шириной 4 см. Данную ленту я приобретала в магазине «Творческий оазис». Ссылочку на магазин оставлю в описании. Ленту будем прошивать в большую складку, и для простоты прошивания на игле можно отметить 1,5 см, но это делать не обязательно. Отступив от края буквально пару миллиметров, прошиваем ленту и стягиваем. А сейчас немного подробнее расскажу о магазине. Творческий оазис – это большая активная группа ВКонтакте. Перейдя по ссылке, не забудьте подписаться на группу, чтобы быть всегда в курсе новинок, распродаж и конкурсов. В магазине огромный ассортимент товаров, и практически каждый день добавляются новинки. И для сегодняшних мастер-классов все материалы можно приобрести в Творческом оазисе. Посмотрите, какая интересная большая волна у ленты получилась. Даже при прошивании в один слой бантик получается пышный. В качестве основы я использую заколку, и дело осталось за малым – подобрать серединку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какой серединкой вам бантик понравился больше всего. В данной работе я решила использовать серединку под номером 2, и так как она металлическая, с обратной стороны при помощи мононити пришиваем небольшой отрезок фетра. Ну вот и все, бантики готовы. Вот так просто и быстро можно сделать красивые и интересные бантики. И особый шик работе придает серединка и лента в горох. Для второго мастер-класса нам понадобится кожзам. У меня кожзам крупный блеск, и я его также приобретала в Творческом оазисе. Еще для работы понадобится шаблон размером 8 см. Шаблон прикладываем к кожзаму, вырезаем и приклеиваем при помощи клея титан к фетру. Очень красиво в работе смотрится кожзам, имитация меха. Кожзам по структуре достаточно плотный, в бантах форму держит отлично. Отрезаем две полоски перьев по 5 см и склеиваем их между собой.
Для декора буду использовать меховую полоску, она размером 8 сантиметров. И для моей работы это великовато, по краям немного подклею. Все элементы бантика готовы, приступаем к сборке.